Привет! Да, я Соня! Я счастлив! Я Это счастлив ты... тоже! Хотя я вас ненавижу, но я счастлив безмерно! Они вот. Стартанули, все! Остановитесь, Михаил! Да, слушай, очень рад тебя слышать и товарищи в чатике тоже. Хотел сразу, пока не забыл, сказать спасибо Хапачу, что не кикнул из игры. А, потому что сказали, что он там следит за официальными апсами. Ну ладно. А, это как... кто тебе такое говорит? Да, ты какие-то провокаторы, провокаторы. Да! Ай, ты не как... верим никому! Я это самое, смотрел игры и поставил на заднем плане звук с твоими комментариями. Так. Вот. И какие скажу игры? Честно... Ну, твои с Хавком, и сегодня? До этого еще... Сегодня. Сегодня. Ты был сегодня ярок, как никогда, и мне даже было неловко. Я не знал... Я понимал, что если я начну комментировать после некоторых твоих пассажей, я в любом случае буду смотреться как какой-то нубас, который после битлов выступает. Вот. Поэтому так. Ты хорош. Ты хорош, ты хорош. Безумен. Я хорош. Безумен местами. Скажи, что это самое... Шишка встала? Нет. Нет. Шишка... Пока, на значит, такие... не очень, Миш. На такие моменты шишка не встает. Не встает. Даже интимные моменты не встает. Но! Что-то я хотел сказать. У тебя бывают разные... Это я в курсе, мне уже сказали. Спасибо. У тебя бывают разные дни и разные стили комментирования. Так. Особые дни. Особые дни. Да. Интимные и... Соника дни. Да. Назовем этот наш праздник так? Да. И я хотел узнать, что влияет на твое, на степень твоего безумства. То есть вот когда открываются чакры и начинается поток сознания, и вот это вот все выходит из тебя, как гномик. Так. Ну, все логично. Так. У тебя бывает плохое настроение? Да. Бывает хорошее настроение? Нифига себе, как ты глубоко копнул. Да. И что на это влияет? Социальная составляющая будних, сука, дней. Как и выходных. Хорошо. Что у тебя сегодня такого произошло веселого, что ты прям... Или наоборот, ты такое настроение, когда у тебя все плохо в качестве компенсации. Я сегодня так. Купил 7 тримпелей. Да ладно, и что ж ты будешь тримпелить? Сколько что-то нужно дверей, чтобы... 7 тримпелей, Миша, по 50 гривен! Это вообще просто, чтобы ты понимал. Хорошие тримпеля, вот уж если жены спросишь, она поймет, что хорошие тримпеля нынче в теме. Ага. Согласен? Согласен, это французское слово, насколько я помню. А что, куда ты будешь? У тебя столько дверей нет, чтобы тримпеля вешать. Пистолет купил, вот. А что тебя больше обрадовало? Игрушечный. А. Для детей, чтобы они собирали как шкатулку. Ты знаешь, такие есть интересные вещи? Ты для себя купил или для других Нет, детей? Нет, для детей. Ага, понял. А, ну, там есть дети, одним словом. Есть. Дети, да, я в курсе, что есть да, где-то. Вот. Ну, а в целом это составляющая так социальная. И мы видим уже, давай, может, вернемся в игру. А мы туда и не ходили. Да мы, ну, как хочешь нас... вообще. Ну, шансы Нет. у Хавка призрачные, назовем их так, да? Мы... Будем играть. Ну почему? Во-первых, Хавк тренируется. Во-вторых, я слышал, он эмоционально стабилен. Полечил он там шею, у него травма была, я слышал. А, да, да. Да, и поэтому он подсобрался, понимает, что на DreamHack можно сделать банк. Понимаешь? Банк, Миша. Да. Банк сделать. Бежит Дискнайт. Угу, что угу. ты скажешь по Дискнайта, как его имя? Лорд Темноглаз. Оп, видишь, базу ставит, смотри, сейчас, если отдаст рабочего хотя бы одного. Угу. Кто? Отдаст, не отдаст? Отдаст. Одного, я думаю, отдаст. Хотя ДК очень битый такой, что сложновато. Но Хэппич отсюда же просто так не уйдет. Он же возвращаться будет постоянно. Он пошел стоять, видишь? Забей, смотри, два скелетика. Хавк, видишь, смотри. Ага. Как он, смотри, асконтолил. Не дает, видишь? О, хорош. Ну, надо было на пятеру забиваться, я чувствую. Чтобы хоть за стрим, чтобы не выиграл так или так. Смотри, кидает, сейчас кинет. Да, берет все-таки одного. Есть один. Не надо было забиваться, все правильно сделать. Второй будет, смотри. От судьбы не уйдешь. Хороший койл. Нет, нормально, засейвил. Смотри, все, скелеты закончились. Скелеты все закончились. Ну, койл есть, я думаю, он потратит. Ну, два это нормально, учитывая, что Дексснайт пустой. Дексснайт пустой, чтобы ты понимал. Миша, он пустой, он бежит, Хав, проламывается.
Скажи, я не громко говорю, я просто... Не-не-не, ты как раз в норме, все отлично. Говори, на пределе. Не стесняйся, Соник, ты там то. Ты говори, не стесняйся. Мне надо хайп, знаешь, вот максимально, чтобы на ГГ мне хотя бы 50 человек начало смотреть. Так ты нормально это самое, перетаскивай с этого, как я делаю, с Ютуба, с Твича. Говоришь, на ГГ лучше, потому что так оно и есть. И все, люди подтянутся. Ну, как говорится, не заставить человека, если не заставить. Понимаешь, нельзя достать то, чего достать нельзя. Что? Так, не отвлекаемся, идет фильм. Хорошо. Фак стоит, смотри, не ушел. Два рабочих, чтобы ты знал, 2.50. Угу. Хэппи остался без маны. И первая катка, я думаю, уже прогнозируется. За хавком. Что ты несешь? Смотри, он зажимает. Ты безумец. Что ты несешь? Какая первая катка за хавком? Ты болеешь за Хэппи? Ты болеешь за Хэппи, значит, ты околит! Или нет? Я-то гном! Ты гном? Ты гном? Подожди, а почему ты гном? Я гном! Так и посередать! Ты болеешь за Хэппи! Нет, смотри, все нормально, он потратил два рабочих. Так. Два рабочих, он нормально потратил. Хэппи полностью на лолах. Ну, в смысле, он весь красненький. Так. И у него на один койл, чтобы ты понимал, у Хавка третий левел, он не потерял ни одного футмана, ни одного футмана, понимаешь? Да. Ни одного. Вот идет, вот смотри, сейчас у него будет дефенс. Да, вот я как раз хотел проверять. Да. Не, вообще по таймингу классно все, по таймингу согласен. Ну, Хэппи ж он такой, понимаешь, он же будет давить всю игру. Давить. Это преимущество, Хэппи Давид, да. У него это преимущество недостаточно для того, чтобы играть нормально с хапачом в лейте. Нет, ну, все есть... отлично, смотри, все. Да? Ну, хорошо, ладно. Банки маны нету, смотри, одного футмана потерял, дефенс есть, ставится вторая пушка, ставится шоп, если сейчас шоп не отобьет, то все. Не отобьет. Он кинулся на шоп. И отобьет. Отобьет, Слушай, ну Хавк играет по теме инфитиаша, да, насколько я понимаю? Это такой дикий old school уже по нашим меркам. Хавк играет по теме Хавка, потому что Хавк красавчик, а инфитиаш играет по теме Хавка, я, Миша, об этом все знают. Да? Чтоб ты понимал этим. Они только не признаются. Они, может, даже не знают, кто он такой. Не. Смотри, как подблочил футмена. Видел, как подблочил? Ну, обсидианка прилетела, а сейчас с обсидианкой будет вообще жесть. Да, начинает, не, он же псих, он уже начинает, видишь, ману прокликивать, хиты прокликивать. Надо в близы написать, чтобы пофиксили эту хрень. Да, а я то... все еще надо. Вот, и так она халявная, эта обсидианка, так сейчас два их работают. А у него 5 футменов, все нормально у него. 5 футменов. Спасибо за поддержку, 5 футменов. Да, благодарю. Там ссылочку дали на твой канал, если что, ребят, подписывайтесь. А товарищи, которые слушают... По каким-то причинам, на каких-то нетолерантных, точнее, слишком толерантных платформах, приходите на ГГ. Правильно ведь? Смайлики отличные, у нас комьюнити шикарные. Толерантных. Так. Вот. 5 футов, вот, не отвлекаемся. Просто у Инфи и Тиаша там у них замес с Тедом, по-моему, как я слышал, если шоп пункт, знаешь, там... Да, они даже турниры параллельно проводят, вот, пересекаясь, конкурируют друг с другом. Но китайский рынок огромный, и там на всех хватает. Последний турнир, который Smile Cup, там же вообще 17 тысяч призовой фонд, и это задонатил просто какой-то китайский левый зритель. Прикинь? Нет, ну, там же отдельная тема, то почему некоторые не играют, потому что слишком проблематично потом в чё-то добиться иногда бывает, и это уходит большой стресс. Да. Поэтому вместо того, чтобы, ну, лично мое мнение, популяризировать и смотреть на сторону Китая, надо популяризировать свою европейскую сцену, которая в последнее время, благодаря вот Street Champions, мы проводим отличные хосты, пинг 30, у некоторых пинг 2. Миша, ты раньше мог про это подумать? Нет, это мечта, это просто вот мечта. Зачем нам они? Подумай, зачем нам другие? Мы же не ходим по любовницам. Мы сидим дома. Оп, МК подошел, ты видишь, все четко. МК очень помогает, минус финт. Это первый финт, кстати. Да. Ребята, первый финт, достаем лунный колодец. Шампанское, да, открываем. И иногда просто некоторым хуменам не удается даже финда у хэппи отжать в этом матчапе. И очень важно как раз не андеду ничего не терять, потому что вся его задача — это вот выйти в Т3, взять там питлорда для подпуша и додавить все-таки хумена до того, как он выйдет нормально в третий тир, там в коне, вертолеты. Короче, терять никого нельзя, хапачу. Но он потерял. И это для него серьезный фейл. Учитывая, что он не набил третий левел Деск Найта, как обычно, для него это стресс легкий. Тем более он начал стримить с камерой, для него это стресс вдвойне, походу. Ну, мы увидим. Сейчас Хавк набьет быстро третий левел МК. Угу.
Я думаю, видишь, набивает уже второй. Хэппи будет брать кого? Он... Питлорда либо Дарку? Ну, как я думаю, Питлорд. Для пуша Питлорд лучше. Питлорд. Идет обсидианка, 45 лимита он оставил специально для третьего героя. Да, все чонка. У него все прям просчитано, продумано. Единственное, что если бы он Финда не отдал, то у него сейчас бы уже вышел герой. А так ему 250 голды, короче, не хватало на этого, на Питлорда. А вот сейчас что он делает? Почему 48? Что он, зачем он Финда заказал? Скажи на 60 мне. Будет пушить. На 60, значит, понял. Но Хавк немножко зазевался по фермам. Очень плохо, я недоволен. Вот именно момент, он еще сейчас двух коней должен уже заказывать. Mm-hmm. Вот нет, четко идет. Видишь, Питлорд взял, Миша, он взял, отменил, видишь? Да. Внимательнее, Михаил. Да, я стараюсь. Пожалуйста, чтобы люди не расстраивались и приходили снова на, как говорится, с душных, недушных, и на толерантных, нетолерантных, на платформу, ты сам знаешь какую. Да. Оп, смотри, видишь, стоит 55, 50, 3, 2. Mm-hmm. Большой поинт у Дэдснайта. Вылетели первые вертолетики. Это огненный дождь, он вырывается в лича. Кто это? Сейчас койл пошла, пошел первый вертолет. Сейчас выйдет паладин. Пошел первый конь, второй конь. 52, 56, Питлорд проходит. Большой поинт вырывается. Нет, отходит хав, не дерется, смотри. Идет на таран. Кто идет на таран? Вася таран, я в шоке. Проходит 55, вырвыв лича, снова койл, остается 100 тысяч, 4 маны, подлетают два вертолета, третий лича, опасный момент, Миша, интимный момент, прокомментируй, что она возьмет. Второй винт за игру, сука, сейчас будет третий. Третий, да. Нет, третьего спасает, смотри. Дальше подходит, срываются борцы за свободу. Минус винт. Минус третий винт, наконец-то получайте. Все, собрались. А Калита неистовствует. Но все равно лимит равный. Что-то Хавку сложновато здесь. Ему нужны побольше вертолетиков, чтобы с дестройерами справиться. А Хэппич, смотри, какой наглый. Он сразу, оп, увидел возможность и крепится. Оп, увидел и крепится. Вообще просто стресс. Сразу забирает полностью стресс. Ну, Хавк стоит. Что там выпало? Книга смертных. Блин, а книга здесь, конечно, может помочь. Похуже стало намного, чем было. Стало скелетов поменьше, поэтому она не такая мощная стала. Если сейчас дисплота нет у нас. А, ну... Ой, что? У тебя что? Шаманов. Миша, ты залагал! Мне выходить? Нет, не выходи. Что делать? Я не трогаю ничего. Сейчас я позвоню другу. Ребята, голосовал. Звонок другу, ребята, звонок другу. Звоним, кому звоним? Ему звоним. Фоги, звони. Так, телефон кидайте в студию. Узнаем, как он там. Так, не отвлекаемся. 59, 57. Поехали. Базы у Хэппи нету, врывается. Вертолеты, ты видел, как хорошо залетели вертолеты? Ай, заливают их в этим. Он их поймал щепку и огнем. А, есть минус. Еще смотри, он как финов. Четвертый сейчас будет. Пятый, смотри, по-моему, сейчас кто-то ливнет. Миша, только не ты ливай! Я не буду ливать. Ты от счастья, ну. Но какой? Аркмаг сейчас мог отлететь. Правильно сделал, что сейчас просто телепортировался. ТП сделал, отлично. Слушай, а как помогает этот грейд для коней, что его не надо теперь делать, а? Два барака, хоп, и по парам они выскакивают уже все такие красивые с бонусным уроном. В смысле, вот это что это? Ну, не да, там грейд на жизни, правда, надо. Да. Интересно, он отдал красную точку очень важную, как ни крути, это очень страшно. Да, надо бежать просто параллельно на свою красную забирать. Так, Red Button пошел очень параллельно. Почему Red Button у тебя? Я услышал это в интервью. Почему Button? Что? Button — это же кнопка. Кнопка, да, кнопка. Ну так, красная кнопка. Все правильно? Ну да. Или нет? Ну, как бы, по логике нет. Ну, по сониковской логике все нормально. Хорошо. Это, а как слушай, она на английском? Ну, dot просто, red dot. Red dot, да, наверное. Ну, и такого слова вот впервые я тебя услышал. Ребята, если вам надо учитель по английскому, обращайтесь к Михаилу. У меня есть знакомый, кстати, серьезно. И он вам знакомого посоветует. Red point, Миша, говорят. Можно point. Point, вот видишь, вот, а я тут думаю. Так, пошел, Mental забрал. Sky еще вспоминают. А, кстати, что ты имел в виду, когда говорил mental sky? В интервью. Эмоциональная связь с космосом. Либо я понял. Они не поняли, я понял. Я как раз думал, что это знак свыше какой-то, это вот все. Да, вот знаешь, ты вот посылаешь вселенной как бы сигнал. Да. Вселенная посылает тебе в ответ. Посылает тебя. Знаешь? Да, я посылал тоже, меня тоже посылали. Вот видишь,
все четко, все разъясним, все по полочкам, если обращайтесь. Так что все это очень важно всегда. Вот чувство, вот знаешь, чувство, вот как понять, вот хуй, вот мне сегодня вопрос был, вот как ты понял, что хочешь жить вместе? Знаешь, что ответил? С кем, подожди, кто у кого спросил? У меня спросили. Да, Redspot более точный. Как ты понял, что хочешь... Спот, да, спот более точный, чем дот. Дот просто точка, скорее, геометрическая. Спот — это как раз, видимо, место. Ну, да, пацаны не дадут ошибиться. Так что там, кто с кем вместе живет? Мужчина живет с женщиной, ты знал об этом? Да, я встречал такие кейсы. Вот как ты решаешь, что ты хочешь быть? Или быть не хочешь? Или это случайно выходит? Просто такой вопрос извечный. А что тебя так внезапно это заинтересовало? Меня-то не интересовало. Я и шел, понимаешь, за этими тремпелями. За тремпелями я иду с этим пистолетом и оружием. Сейчас будет, смотри, битва 70-74. Внимательно. Ловят первый вертолетик, а второй вертолетик по пути тоже перехватывается. Хафнеды контраливает. Дестройер Османа, он не хочет сражаться с ними. Еще один конь, еще один вертолет. Хавка дает юнитов. Зря он это делает. Где вертолеты все? Запускай их, а я думаю, это победа. Миша, да, это победа. Похоже на победу, Я не буду. Коня, стафует на последних хитах. Ты видел, как он стафует коня? ДК пятый ДК. Что происходит? Хэппи уже меньше, 62 на 72. Кто в ноги заходит, сейчас будет прием. Бросок, ломает его. Бросок из бедра, зажал в угол давление. Зовите Тайсона. Ну сейчас минус питлорд будет, пятый будет, не будет. Будет минус третий питлорд, давай убивай его! Арда! Корейцы не могут комментировать. На 50 лимитал хэппи. Хавка 68, блядь. Расскажи, пожалуйста, почему, как ты думаешь, Хэппи решил вот в той ситуации, когда он победа красную точку... Победа дает дестройера! Подожди, тут битва минус 3, да, сейчас ливнет! Давай, летя, поймал, оглушил, это хав контроль. Смотри, дестройеры, минус один, минус второй, минус третий. Да ладно, хавк убивает император, шок. Архмаг умирает. Леча, фу, стресс окружает, нету ТП, посмотри, выкупает, что делать? Выбивает. Молоток кидай в него. Т, буква, Т, классный Т. Так, Эдмунка, свиток сейчас ворвется, минус половин. Да, кинул молоток, Миша, он услышал букву Т. Баланс где? Ну, архимага, только не слей его. Миша, ты тут, откачайте его. Буква Т, точно хоть Т молоток? Т, Стормболт, все правильно. Все правильно. Так, возвращаемся от полетели вертолетики. Ну, 63, Ну, вопрос у меня все равно без ответа остался. Почему Хэппич после того, как красную точку забрал, не продолжил пушить, а дал хавку взять там 3-3 у... Ну, и нычка работал у хавка. А он не успевал, походу. Я вот посчитал по секунде, думаю. Просто вот должен был... Он где-то оказался возле желтой позиции, вот эти выше магазина-то аллей. Не, имею в виду просто пушить, а не отступать и крепить там свою же. Так вот он побежал, ну не знаю, решил... Ну это его право, как бы. Мы не можем осуждать это. Мы вообще тут на Good Game не осуждают. Да. Можно просто... Все друг друга иногда любят. Так, ну 67 лимита, кстати. База очень хорошая у Хавка, смотри. Да, я вижу, уже занял. А по героям, да, там пятый лич. Но если будет толпа коней, то... Ну все, самое время предложить пари, как говорится. Пари. Архимах, ну по героям, 67 плюс 17 лимита разница, ты видишь? Угу. 16 лимита, 49, 16, 17, 18, 28 нет. 71, 21, 22 лимита разницы, как выходит... Сейчас надо будет посражаться на третьей под вышками желательно, потому что Хапач должен пушить эту базу, он не может игнорировать три базы. Да. Оп, заходит. Ну, успел, прикинь. Успел, да. Тайминг шикарный. Смотри, ну, по 12 маны, 24, 36, еще 50 маны выпало. Все, это победка. Дестройеров нет.
Да не, это не победка, ты чё? Первая за хавком, первая, я чувствую. Сейчас я буду колдовать, фанатка побежала, сейчас будет колдоваться. Ну, церкленка, ну. Лича МК, паладин опасно. Палыч может улететь, сейчас надо бутылку пропивать заранее, да? Хорошо, еще новый не третий, потому что совсем бы разваливались все герои быстро. Лича снова койл. МК еле-еле живой, но его... Ой, как кони, ты видишь, как кони разуплотняют. Господи, просто... Хав купил 3 посоха Стафа. Да, это но сейчас нужно уходить. Надо уходить отсюда, видимо, потому что МК нет. Надо уходить отсюда, потому что то лимита нет. Лимита да. нет. Посмотри. Ой, как он стафает, ты видишь, как он стафает? Три посоха, господи, кто этот хуман? А, Лич только сейчас получает 5-й. Он был 4-9 к моменту этого сражения. То есть этот элементаль, это единственное, что Хавк отдал в этой битве. Единственное. Прикинь? Вообще, я прикидываю. Да. 47 нападают. Вертолетики пошли с бомбами. Паладин вышел вперед. 4-го левела паладин. Да! Да! Архимаг, давай домой! Бежит! Он ее убить не надел, домой. Все, кони все взрывают. Пошла минус дестроил, минус второй. Сейчас. Ой, зажимать можно. Зажимает, да, сейчас паладин зажмут, хотя у него поинт, господи. Надо стафать. Какая заливка вертолетов. Просто. Минус обсидианка почти. МК бежит, Миша, 4-го левела бежит МК. Без МК тут сложно сражаться. Но он идет. Это как же Хапач сражается? У Хавка 1,5 косаря на руках. Экономный. Да. Ой, у Лича можно убить. Сейчас Лича можно было убить. Да нет, болт бы нам было давать. Сейчас мой себя кружит этого питлорда, но он такой сильный 4-го. По героям уже сравнялся Хавк практически. Да. Очень близко. И база стоит. Смотри, он дефендит базу. Какая игра, какой хуман. И коней справляет. Я очень, конечно, удивлен игрой Хавк. Очень круто. Посмотри, он стафы на один бинт поставил. 3 героя даже не дерутся, убегают сразу, просто кони бегают. Кони 0-2, правда, у коней. 0-2 у коней. 46 лимита, хэппи вообще борется, как говорится. Ну, коня, минус спин, коня отдал. Вот сейчас, ой, ну герой минус... подходит, смотри, а тут все красный. Можно питлорда попробовать мочкануть, можно лича попробовать мочкануть. Стаф на коня нужно делать. Минус еще один финт. Ну, став на коня. ДК умирает. Это ГГ. Нана, как так-то, а? А вот так. Спасибо за аналитику. Ну, слушай, ты был прав. Финал 2, Миш. Ты как будто это самое... Как будто прям прочитал все изначально. Очень быстро стартуют вообще буквально. Не успеваешь вообще. Да я здесь уже, я здесь. По зрителям перебить этих стримеров, чтобы они знали, кто хозяин барак. Да, друзья, подписывайтесь на Соника. Соник регулярно стримит на ГГ. В отличие от некоторых, его можно всегда посмотреть. Там партнерка была интересная. Ну, кто-то решил пойти на другие, кто-то решил остаться там, где остался. Где и пришел, как говорится. Угу. Каждый выбирает сам. Что там, хромаки отклеился, что там такое? У тебя? А, это мелочь. Это коты, видимо, сейчас у меня походили. Коты этот задевают камеру. Так, ну хорошо. Так. Эта игра как будто такой флешбэк из каких-то китайских турниров, как раз вот с участием Инфи, опять же. Они же уже несколько месяцев там стримят, они участвуют и на Голде Инфи, говорят, тоже не будет. Он уже сказал. Очень хороший уровень исполнения, я вот к чему. Это тема, что каждый что-то там говорит, там в Твиттере бросил то играть, бросил это играть. Сколько лет уже прошло? Людям уже за 30 лет, они до сих пор в Твиттере пишут, что бросят Warcraft. Но это не серьезно. Я слышал, да. Это Vortex, кажется, последний, кто... Да не только в Твиттере. Отброшу. Прошло полгода. Здравствуйте, снова я. Да. Это хайп-паровоз! Миша, ты напиши. Забью стримить. Вот просто напиши, интересно будет, что напишут. Семья меня поглотила. Люди, нет, такие, Миша, вернись, нет. Ты такой, семья меня поглотила. Ты такой, нет, а потом такой, оп, пацаны. Я как бы осознал, что стриминг это мое. Ладно. Стриминг это мое. Не, вряд ли.
Это бот 3, друзья, у нас же бот 3, да? Б5 финал? И тут какой-то прикол, что, короче, если ты много выигрываешь, какой-то инвайт дают или что-то такое, или я так не понял. А, очки поинты, видимо, ЕСЛевские. Угу. Очки какие-то дают, очки угу. дают, вот эти смотрел. Так, ребят, 1-0. С вами кто? Миша и никто. С нами Бог. С нами Бог. Земля, планета в иллюминаторе. Итак, тут, чтоб ты знал, идет Disc Knight. А что, кто еще может прийти здесь? Да, или ты думаешь, что может Жука сыграть Хэппи? Он же не фанат. Ну, некоторые игроки просто не именно он. Некоторые игроки просто иногда не перестраиваются. Знаешь, такие рандомные герои, ажиотажа. Там игры такой, именно кайфа такого. Знаешь, что тут что кайфецкий. Ага. Ну, как и ты с этим, с Питлордом, с Пандой, я помню. Они веселые, на самом деле. Мне очень нравятся эти герои. Они такие экшн-моды. Ну, тяжело, конечно. Ну, а чё бы нет? Да, согласен. Не все же одними теми же. Действительно, в конце концов, все равно в финале с Хэппи нужно будет потеть за эти 100 баксов. Не, ну, и с ним тоже надо будет играть. Бывает, просто зрители поддерживают. Спасибо, что показал веселые игры. Потому что мало кто играет, ну, каким-то другим. Да. Я поэтому на эльфов в свое время и переключился. Потому что за хуманов играть, как бы, архмага гонять, ну, 95% да. случаев, да, это не так весело. Так, а тут тебе любой герой просто бери. Хочешь Димка, хочешь Кипер, хочешь Варден. Хочешь панда, хочешь бестмастер, даже фейерлорда, если совсем наркоман. То есть вполне можно играть любым героем. И первым, и вторым, и третьим. В разных целях. Так. Задачах. Было потеряно 300 хп. А 200. И хап бежит ставить базу. Угу. Да, 300 хп это много, кстати. Хав прикольно. И как у него фута не поймали, это очень интересно. А иногда этот скрипт с троллей с сеткой не поймешь. Вроде как не кидал, вроде как юнит мимо бежит, а он игнорит просто. Где-то не кидает, да, очень странно. Но это хорошо, учитывая, что посмотри, отлично отжал Disc Knight'а. Хавк, ему выпали когти плюс 9. Чтоб это вот на старте, да, хороший. Кристал Бол, это все угу. его. Да, да. Но тем не менее, он собирается. Так, когти бежит, стоит, подсвечивает. Фудман, просто какая разведка, господи. Я хочу выйти замуж за этого хумана, лянь, Фудман стоит. Второй Disc Knight. Третий сейчас будет. Третий, 5 рабочих, очень плотно. Очень интересно, ты наблюдаешь, смотри, опыт. Да, я прям все показываю, что ты говоришь, я показываю. Подсвечивает и бежит в атаку, ну вот 225 хп, не знаю, бежит. Фей принял, вот у Хавка еще третьего левла нету, это плохо, они разминулись. Ой, сейчас будет минус 3, наверное, минимум. Ой, господи, какая боль, ой, там 5, ой, сука, ой, все, понеслась сейчас, по-моему, всех сейчас убьет, если честно. Ужасная карта. А почему Хавк вроде как и строит этот базу вплотную к лесу, но не ставит там рабочих? Да не, он, видишь, как бы поставил, ну да. Мог вот только сейчас уже минус 3. Минус 3. 3, да. Минус 3. Еще сейчас вернется, еще минус 2 сделать. На один койл еще 2-4 палки. Это ужас просто. Просто, смотри, Миша, сейчас такой тлен будет. Нет, что-то решил отойти. Непонятно почему. Финда хотел подлечить, видимо. Но у Архмаг почти третий. Может быть, он как-то... Ну да, повезло, нормально. Он далеко ушел. Он дед, как по мне. Очень далеко, не знаю почему. Угу. Очень далеко. И это, в принципе, решило, что он еще не добил двух рабочих. Скелеты на базе. Сейчас набьют ему хавку третий левел. Третий левел набью. Хапач аккуратненько относится, да, к скелетам. Да, 12 опыта теперь дают за них. Это тебе не хухры-мухры. Угу. Это очень рядышком, как с Анджелиной Джоли. Ой-ой-ой-ой, забегает. Ой, сейчас добьют эти левел. Добьют, не добьют? Койл, ой, глянь, убежал. Миша убежал скелетами. Хорош. Базу ворвался. Вообще Хэппи не сливал хапро Disc Knight. Это очень выгодно и попахивает, что это будет счет все-таки 1-1. 1-1. То есть настолько вот эти вот 3-4 рабочих на старте решают? Ну, иногда да. Ну, если против нубика играешь, то как бы очень. А если... О, сейчас третий будет. И...
Видел, какой скелет? Это ошибка, кстати, была Дмитрия, что он не заденайл свой скелет. Ну, не сапогу хавка. Вот я тоже хотел предложить, когда хавка вниз убегала, первый раз андеда встретил, мимо магазина пробегал, потому что, особенно когда у тебя эти когти плюс 9, ты же очень хочешь по это самое с руки пострелять. У него тогда еще момента базы не было. Тех голда вот только-только пошла. Вот сейчас можно уже брать. Тогда нельзя брать сапоги, он разминается, ему надо идти отбивать. Понял. Вот видишь, он сейчас ушел далеко, отманил за хавку, что-то он ушел далеко. Просто писец вообще, как будто в Магадан поехал. Угу. Вернулся. Так. Магазина у хавка нету. Он устал, походу, после меня и... Ну а зачем ты так, а? Да не, ну видно, видишь, смотри, два рабочих стоят, ничего не делают. Вот только пошли, около 15 секунд, по-моему, стояли. И да, друзья, у нас ретрансляция на YouTube возобновилась. Если у вас там какие-то проблемы, то welcome. А, взял сапоги Архмаг в магазине. Да, наконец-то. Дерева нету. Дефенс за это и самое. Смотри на базу главную, ты ее обычно стоят. Да, вижу. Это проблема. Ну, вот, он там рабочего вижу. Одного на скелетах в очередной раз потерял. И сейчас слишком занят. Ну, смотри, это база, вот... Угу. Это одна из таких... Составляющая. Так, какая? Какая составляющая? Эмоциональная составляющая. Да. Так. Идут. Борьба. Угу. Ни одного финда еще не потерял. Видишь, хэппи? Очень важно. Ну, по-хорошему, до выхода МКИ ты как бы не должен терять финдов. То есть ты... Да? Никак ты их не теряешь, если не втыкаешь совсем. Ну, был момент. Сейчас застроит, много леса. Пушек на базе почему нет. О, хорошо, кстати, свечится, видишь? Хав как только понимает, что иллюзии контролят вражескую армию, а сам за артефактом к троллям. Во-первых, он там немного теряет всего, ну, потому что дефенс есть, а там главным образом пирсинговый урон. Экспу даже не столько получает, сколько не отдает врагу. Потому что это те точки, которые хапач в любом случае в середине... Ой, койл в молоко. Не совсем рассчитал. Ой, можно откружить и минус телепорт. А, обсидианка блочит. Видишь, как обсидианка блочит? Давай. Ну что, почему там дефенс не туда-сюда не включил-выключил, а? Не, надо было ПМК дождаться и поубивать всех. Видишь, ну невыгодно было. Ой, вообще, какая ошибка. Он очень долго стоять будет на финде. Это ж циклон, это ж не герой. Он же там сколько, 15 секунд, 20 секунд вертится. Я без понятия, но это очень грустно. Вот, вот. Да. Ой, прям, ой, еще и петлок да взял. Ой, вообще. Ой, боль, какая боль. Акалиты ликуют. Угу. Да, я слышу их голоса. Миша спрашивает. Сейчас метил он деда Fast Expand ставить. После бафа акалитов почему хэппи не играет? В это. Почему, Миша? Поясни нам. Ну, во-первых, их все-таки дебафнули немножко. У них не 4, а 3 скорость регенерации теперь на земле. Во-вторых, Хэппи любит больше стандарт, особенно против Хумана. Он Криплорда использует и Фастэксп. Использовал в Мироре, и то неохотно. Сейчас больше предпочитает Лича. Он старается не использовать тех героев, которые... Ну, и те стратегии, которые, по его мнению, будут занерфлены, запатчены. То есть ему нет смысла перестраиваться. Потому что Хэппи такой игрок, который до совершенства доводит какую-то определенную стратегию и берет не какой-то новизной, а именно качеством исполнения. Поэтому ему нужно какое-то время для того, чтобы перестроиться. Поэтому он и не очень любит, короче, вот эти вот все новые темы. Но иногда, повторюсь, заставляют, особенно андеда. Вот. Обращайтесь. Если что. Хапач он не отобьется, да, скорее всего? И, короче, эту катку Хавк слил из-за того, что не поставил, не сделал грейд броню здания. Просто. Грейда нет, и все. Бежит МК второго. Ну здесь, а что он сделает? Он пробьет бутылку, скорее всего, и все. Да, и что, и домой пойдет. Побежит, ну, вот. Регенится. Как-то так. Дерево очень сильно питает.
Это выглядит как ГГ, но ГГ выглядит как good game. Что бы если что. У Хавка 1500, только дерево у него сколько, посмотрите. Короче, пацаны выкупили, чтобы почти быть озвученных вопрос, надо зайти к Сонику на стрим на канал. Миша, да, не это, один из способов. Ну видишь, вот тут вот на этой карте надо было вынимать хлебореза, он позволяет, а не вынял, и 75, видишь. Хотя 54 лимита, посмотри. Ну, если он как еще какое-то время продержится, то сможет там 60 плюс сделать. А, на самом деле это еще не совсем слитая катка, но преимущество у Хапача по героям уже такое. Весьма и весьма ощутимое получается. Это да, но он хорошо откоил, кстати, Disc Knight. Я не понял, как Disc Knight потерял 500 жизней, это очень важно на самом деле. И теперь он может, по-моему, Хавка дать бой. 3-2, в принципе. Без первого паладина, первых вертолетов и коней. Ну, вот видишь, он все равно идет. Вот видишь. Ну, вот это минус койл просто и все, да. Ну, скорее, чтобы просто не крипился Хапач так на халяву. Но Хапач очень любит крипиться, поэтому его не остановить. Мы с Майкером задавались вопросом, правда у тебя, правда? Правда? Правда, да. А что за вопрос-то? Глупый, конечно, правда. Не по теме игры. Угу. Красную забирает Хэппич. Хош более скромненько. Ну там 59, и Хэппи не будет сидеть на лимите и не будет проявлять пассивность сейчас. Кстати, банши пошли. Да, это очень вообще ядовитая тема, учитывая, что нельзя диспелить, просто имба. Угу. Я недавно играл на ЦХ, карта на двоих. Было у меня, по-моему, что-то 5-5 Варденка и Панда. Я выигрывал с двумя экспами, Хэппи настроил просто баншей в ладре, играли. Я не смог ничего сделать, это такой бред вообще. Такая, они ж не диспелятся вообще такая, они еще и переманивают. Да, да, банши это самый такой, если есть маны и возможность поконтролить, самый эффективный кастер вообще. От курсы, да, до пассеса. Вот 70 идет, посмотри, как вышел в лимит резко, вообще ничего не потерял при этом, видел? Да, да. Все, и не все, сейчас питлоид убьет все пушки. Со вторым этим, да. Вертолеты, главное, не отдать. Хавка дочистит красную, естественно, телепортируется вынужденно. Но у него не 3-3, МК Палыч. И лимита меньше, чем у Андеда. А это как бы уже... Это очень плохо. Просто все, минус база, ничего не сделать. Господи, как вообще они падают, эти герои. Да, делать ТП? Но армия не впечатляющая. Он очень много ресурсов потратил на сдерживание вот этой вот атаки. Там такое количество рабочих умирало в попытках, да, зачинить эту базу. И ресурсы тратили, и жизни свое, здоровье тратили. Хавк перестраивать их пробует. Понимает, что нужно снимать эту осаду, но как снимать-то? Все. И вот эта вот сетка, триггер на атаку. На атаку, на последнюю атаку. Потому что тут все, тут сразу шатает. Сейчас кто-то ливнет. Миша, надо говорить. Да. Ну просто, ну как так? Казнь, все. Просто казнь. Ну, какая аналитика? Вот что бы ты... Какие моменты отметил? Что было не так у Хавка, ну, в сравнении с прошлой игрой? Сам сказал, изначально плохо рабочих, я его не подвел. Но он начал бегать очень много за юнитами. Это решило определенные моменты. Видишь, ну видно, что немножко подустал. Не знаю, как у него дальше игры сложится, но сейчас кто-то ливнет. Очень устал немножко. Пугают, что типа игроки бессмертные, но это не так. Многие не учитывают эмоциональную составляющую, которая всегда очень важна, по сути. Там, как говорится, кто-то там, как говорится, помял, кто-то не помял. И опять базу ставят одним рабочим. Вообще эпик фейл. 47 лимита против 70. Меня мучает вопрос, а что помял? Ой, Миш. Я думаю, всем нам мнут иногда. Да. Мнут. Мышку мнут. А могут и не мышку мнять, как говорится. Кто помял, плюс в чат, говорит Стасек.
Кто там мнёт в одиночестве? Варкрафт, говорится. Все Варкрафт. Так, три рабочих пошло. Да, пошла база. Ну, хавк не сдается, это уже плюс. А в чем? В чем? Не сдается? Или в чем плюс? В чем плюс? Минус. Давно пора сдаться и не тянуть резину. Сидим мы тут обсуждаем, такие серьезные дяди такие, ни о чем. 20 стрима, один был неудачник, не выиграл, другой, как говорится, показывает скилл игры. Ладно, надо собраться нам, Миша, все, соберись. Ты устал? Нет, 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 не устал. Ты, чтоб тебя там помяли. Меня регулярно мнут, все в порядке. Я хотел вспомнить это самое, твой стакан, и у нас была версия, что... Ну, понятно, что не стакан. Там бокал. Бокал. Стратегический бокал, если что. Очень стратегический. Мы думали, что ты в конце это самое, когда там победишь, ты рубашку там расстегнешь, и там будет Супермен, потому что ты был похож на этого, на Кларка Кента, или как его там звали. Ну, было, может. Так был там костюм у тебя под рубашкой или нет? Нет? Очень важный момент вообще вот созидание, это такая тема, когда спрашиваешься, что придумать, знаешь, вот да. Бывает, что белый юмор, а бывает черный юмор. Ну, черный юмор, это я вас считаю, это когда с оскорблением. Ну, а, даже нет, я думал, что это связано как-то с этим, с расизмом. Ну, да, продолжай. И в чем суть, что вот откуда придумать, какую-то тему придумать, вот, допустим, я буду против X-Lord играть, X-Lord такой специфический человек, вроде там, он даже перестал отвечать на вопросы Тодда, не знаю, правда, неправда. Я видел клипчик, да. Ну, потому что он, тот его хейтил в Ладере постоянно. Но X-Lord тот еще токсик. Я не знаю, как он поменялся, сейчас не поменялся, вы с ним общаетесь вообще в... Да нет, я вообще мало с кем общаюсь, потому что времени нету, я вот постримить иногда и поиграть. Mm-hmm. И все. Mm-hmm. Суть в том, что вот хочется придумать такое, что ты знаешь, чтобы, ну, там, какие-то... артефакты там или что-то такое, чтобы и игрока не обидеть, и было как бы, знаешь, вот заходило там, знаешь, чтобы было на самом деле весело. Ну, слушай, у нас огромная, у нас уникальная возможность сейчас просто по мозговой штурм устроить, и тебя пацаны в чате такого предлагают. Может, как-то подсобят, даже помогут не только идеи, но и там с реализацией. Поэтому, ребята, давайте. Ты же будешь, соответственно, ты же прошел. Да, я прошел. X-Lord противник. X-Lord. Что мы знаем про X-Lord? Это товарищ, который рассказывает, что он очень мало играет, а сам катает по 10 часов в день. Да? У него мама русская. Ты можешь передать привет маме, например, X-Lord. Вот. Он сам понимает русский язык, кстати, X-Lord. Так что можно ему сообщение тоже на русском отправлять. Это от меня идея. Сейчас будут более адекватные... А, советы пишем сюда и ссылочка на твой канал. Короче, в чатике сейчас будут советы. А там уже сам смотри, что можно применить, что нельзя. Ну, вот это что до этого делал, было интересно хоть? Так, это единственное, почему мы смотрели этот турнир. Серьезно? Конечно. Как одна раскраска, вторая раскраска. Интервьюшечки вот эти вот. Граупс, вот это вот все. Мы ржали, как кони. Спасибо. Поэтому креатив... Я, естественно, с всех товарищей, которые говорят «О, кринж! О, стыд!» Сразу предупреждение или банчики, потому что, ну, у товарищей нет креатива, нет масса комплексов, они сами так бы не сделали. Их право. Вот. Да, но их право и их срок. Вот, поэтому твори — это отличное шоу. В качестве дополнения к игре почему бы и нет. Это да. А, поздравить с 9 мая предлагают. Ну, это же... Нет, это на грани. Ну, надо иметь грань, как бы. Да, это очень... Я и как раз на эту тему хотел придумать. У меня было несколько выборов, и потом как бы 9 мая, и это поменяло. Что я иногда теряюсь во времени, но тем не менее. И всему есть предел, пацаны, как говорится. А ты видишь, как все еще пытается выжить? Цепляется за соломинку, несмотря на то, что там две базы, он отправляет коня на один экспанд. Мортирмер с картечью отгоняет армию Андеда. Да, и очень забавно, что даже вы, имея преимущество Хэппи 90 и у Хавка 75, он не нападает. Лезет. Да, да, да. Да, это важно научиться отходить иногда. Армию игрока атакуют. Может, что-то ждет? Что там по грейдам? Грейды все.
75. Ну, грейдов нету. Ого. Ого, меня на... Ого, пацаны, что там? Спасибо. Поддержали меня на целых 5. Круто. Пошел бой. Пошел. Пошел бой. О, минус банши. Слышал, там развалилась одна. Правда, минус конь. Они... Будут переманивать, что-то не переманивает. Не знаю почему. А очень опасно, я думаю, как только они начнут, там сразу мортиры их закончат. Ну, да, кстати. Ого, он 5 штук их настроил. Угу. Ну, не хватает дестроя в хэпе, значит, потому что нет вертолетика, грубо говоря. Так, они жахают мортиры, ты видишь, даже по финдам очень так больно. Бах. Это у них еще грейдов нету 0-3. Угу. Прикинь. Там 3-1 апгрейда. Мне кажется, все равно, если Хэпич ворвался бы просто, сломал строй и добрался каким-то макаром до мортир, ну, типа, одну новую хотя бы кинуть и ворваться, это все, это, конечно, ну, да. Было бы. А что-то он не построил дестроев, ну, поднимай или что? Что происходит? Не знаю, он копит, как будто реально хочет сейчас мана-мана и ворваться. 92 уже. 92 лимита и 65. 92 по лимитам. Удивительно, как хав держится. Очень плотно держится. Бах-бах, смотри, как разрывает банши. Еще минус одна. Да, 97 уже, посмотри. Господи, хавк научился дождем пользоваться. Просто агония. Ну, это больно, особенно своим страйком. Очень больно. Угу. Мы МК второго, чтоб ты не забывал. Был он хотя бы четвертого там. МК второго. Угу. Господи, че он... Что происходит? Две базы ундеда. Уже и деньги закончились. У хапача. Запас. И он штрафуется дико. Ну хотя у Хавка все равно рабочих нет на экспанде. Мейн сейчас закончится. И ему бы... О, ты видел, как он спасает? Ой, да. Вообще не потерял ни одной маркетки при оставке. Ну господи, там 5 коней. 5 коней, что это происходит? 0-0 грейда. 0-0 грейда. Тут 3-1 на финдах. Ну где хотя бы 2 бома, я не знаю. Хавк забыл коня вообще внизу. Или специально стратегический конь. Ну, не знаю, по-моему, хавк начинает просыпаться. Ну, эта катка, по крайней мере, да, она хороша тем, что... Он держится. Вот, пошел, да, наконец-то. Он держится. Ну, о, минус банши. Не, ну, иллюзия миллион. Конечно. Вообще, кони какие-то неубиваемые. Да строй, как? Не поднимай. Вижу, да. О, сейчас опасный момент, кажется, хэппи решился. Мортира подставляется, надо ставить мортиру, став. Нет, хавк очень хорошо контролит. Очень хорошо контролит. Ну, этого еще мало. Став. Еще и став. Логда не пробегает. Ну, побеги дальше. Вот поздно. 4 коня, да. По-моему, упало. Господи. Да, да. Чем нашел, кого окружать? Питлорда с кливом под вторым койлом. Там все. Ну, это развал. Уже развал, к сожалению. Да. Кони все упали. Но хавк молодец. Здесь очень достойно тоже бой дал. Пахивает, что он сегодня, возможно, возьмет 3-2, ребят. Он стратегически подкованный. Угу. Все, мортир разваливается, это ГГ. 1-1. Да, борьба. Причем игра 25 минут почти шла. 25 минут, несмотря на такое начало. Финал 3. Спасибо. Финал. Финал. Ты устал уже, хочешь спать? Да нет, не особо. А расскажи, там ли ходили легенды, что у тебя 4 высших, а вот какое у тебя образование, если не секрет? Я дневное. Ну, получается, вузы есть государственные, есть так, частные. Так. Первое дневное, это инженер-электрик. Инженер-электрик. В государственном вузе, я даже старостой группы был. Хорош. Какой там хаос у вас, видимо, в группе был, да? Или ты тогда был мега ответственный товарищ? Ну, и первые 2 курса я покосил, а потом ближе к четвертому я уже проснулся. Ну, я ты старостой был на протяжении всего времени или на первых 2 только курсах? Нет, у меня как раз у мамы там инсульт случился с тяжелой формой. И потом второе, у меня параллельно было по окончанию 4 курса, я поступил на заочное финансовое и кредит, тоже государственный. Потом третье, это... государственная заочная форма, магистр психологии, и 4-е право, тоже, это уже частный вуз, частный, на заочке.
Хорош, красава. Я думал, это грохлет кто-то. Вот, ребята, видите, это кажется, что Соник такой бесшабашный, веселый, такой легкомысленный, а вот человек. Надо иногда развиваться, если вот что-то тянет, бывает, знаешь, вот что-то тянет. Зайти там, ну, расширять кругозор по разным, потому что, ну, грубо говоря, с той же электрикой мы рано или поздно сталкиваемся с теми правовыми экспертами. Вот я читал, что вот у вас была баталия по поводу судов, очень интересная, что вас хотели накрыть, по-моему, на 10 миллионов или сколько. Да. И там вот, что у вас же тоже есть там закон, наверное, какой-то про судоустрой и статус судей, там по поводу лаева, не лаева, там съемки в судах, знаешь, там тоже. Да. Интересно. И когда ребята придумают, а другие пользуются, ты это, по сути, как говорится, никогда не сможешь, ну, как-то предотвратить, даже хватает там 30 секунд, и тебе херак, и иск пошел, как бы. Угу. Суть по, ну, уже есть чего, и никто же, грубо говоря, потом не оплатит это все, и мало кто там, ну, на поддержку много людей приходило в суд. Ну, так что, интересно. Да. Ну, и слава богу, хоть кто-то подходил. Подходили, активно помогали, и адвокаты у нас замечательные, которые тоже и компетентны, и за good game. В общем... Ну, платно или дорого было? Почти нисколько. Ну и слава богу, потому что, ну, и рано или поздно, я считаю, что рано или поздно мы сталкиваемся, как бы не говорится, расширять кругозор, но в этом нет ничего зазорного, знаешь, только говорят, когда приходят на работу, говорят, вы это знаете, там, 1+1, он это обычно говорит, что да, там, значит, там, самый неграмотный работник обычно отвечает, что я как бы не знаю сколько, но в вопросе готов разобраться, это разница очень большая. Ну, опять понял. Время, годы идут, и ну, как-то оно все бывает, скапливается, сталкиваются, там, ЖКХ, тарифы, там, и т.д. и т.п. Ясно. Переключаемся. Пора. Все. Да, понял. Ясен-красен, привет. Александр Кот, здравствуйте. Всем-всем-всем хорошего вечера. У нас турнир, еженедельная попытка очередная свергнуть императора. И, на удивление, Хавк дал... Да, взял первую, с боем отдал вторую. Игра идет до 3 побед. И вот Соник в эфире, он чудом просто проиграл Хавку, скажем так. Прямо скажем, да? Ну нет, не чудом. Ну ладно, не чудом. Второе было 3-2-1 сливаем. Да, но игры были сегодня очень веселые, долгие. И прямо был экшен, видно вот эти микро- и макро-моменты. Орудийные башни не используют, это они очень нудные. И дорогие, и очень долго, и просто ужас. Почему Хуман не использует орудийные башни, Миш? Ты в курсе? Ну, воркшоп 150-100, она, кажется, стоит. Она долго строится там. Сложновато. Да, и идет Архимаг. Город в осаде. Идет Берсекер. Тролль отдает уже 150 хп. Потихоньку заходит. Как тебе, кстати, эта новая карта, Tidehunters? Ну, она немного, видишь, дисбалансная, потому что Хэппи может даже юнитов крипить. Он сейчас побежит к Хавку на базу, а так. Гулями... Нет, Гулей не достоин. Может крипить шахту вообще на морозе. Видишь, база пошла, Хуман, вот видишь, и хэппи бежит, да, к Хавку на базе. Нет, еще качаться. О, неплохо. Это, ну здесь такие мурлоки хитрые, да, которые быстро убиваются, два, да, с этим. И поэтому надо менять ее, добавлять каких-нибудь сильных юнитов. Немножко дисбаланс, видишь, и Хавк бежит, Хавк идет в атаку. Итак, очень важно по рабочим, рассказываю интимные моменты. Если так, давай. Просто... Вот он застопорился, нет, побежал, видишь, ну сетку поймали, фута, он должен бежать вперед бежать, вот тут немного он остановился, вот, и фута сейчас отдаст на крипах, господи, это Warcraft, дети, это Warcraft, тут видишь, вот смотри, он взял свою клетку, пошел, минус один сейчас будет, наверное, скелета один, есть шанс окружить, ну, окружай, дискнайт, окружай, ну. Там была опция, да, его окружить, я просто не увидел. Ну, там был момент под пушечкой поджать его, ага. Можно было. Понял. Я считаю, что у вас, скорее всего, можно было. Вот видишь, а нет, одного рабочего немного. Пока да, но это же еще не все. Хотя ДК бит, и у него всего маны на один койл. Тебе там от Сергея ПВ привет. Кстати, не мог не передать, поэтому передал. Кто это? Серегу не помнишь?
Серегу не помнишь? Серега ПВ. Серега. Ну, извиняй, я тут, я сделал все, что мог. Это серьезно. ДК заходит. Койл. Есть шанс. Ну, вот сейчас туда-то элементар... сверху блок просто и все. А почему он рабочего не убрал, алло? Рабочий же сверху. Там ферму влепить или еще что-нибудь, не? Блин. Упущенная возможность. Упущенная возможность. В такой стадии забрать, хотя бы телепорт вытащить из битого деки. Это очень круто было бы. Так. Дискнайт. Дискнайт. Ребят, ну с Мишей 2 на 2 играть, это отдельная тема. Не знаю, это невыносимо, придется, я начинаю ругаться с 2 на 2 со всеми. Когда начинаю играть и с Тодом, и со всеми. Это невыносимо. Ну, во-первых, просто. Два эльфа не сочетаются. Во-вторых, нет, я видел, как... Я видел твоего тиммейта этого... Так это не только он, мы много кто играем, но это заканчивается каким-то трэш-током просто колоссальным. Ну, я, конечно, ну, мог знаю. Тебе рассказать, как 2 на 2 играть. Ну вот с этого у меня все и начнется. Ну мы уже с Лешей, с Абером договорились, что попробуем на этой неделе поиграть, потому что меня очень вдохновили игры 2 на 2 на турнирах, товарищи, которые... Ну, которые, блин, не очень. Вот честно, там есть такие пары, которые, казалось бы, вроде как даже корейцев умудрились выиграть, но... Но такие они не АТ-шные абсолютно. Отменил Слоттерхаус. Да. Это, ну... думаешь, ударит прям хорошо? Стоило на трех футменов? Да, думаю, да. Потому что это задержится тележки, не будет ни хела, ни маны, это очень важно. И задержится в Т3. А расскажи, ой, что, что там было про Граупс. Я послушал клипчик, но не совсем понял, потому что не видел самую игру. Он бинды не использует или что? Сейчас идет атака. Да, но это не так интересно. Продолжи. Да не, ну ты смотри, сейчас вот важный момент. Возможно, Хэппи наломится. Это финальный батл, потому что одна пушка. Понял. Тут и финда, и очень много скелетиков. Очень много. Дефенса нет. Дефенса нет. Только наполовину. Только наполовину. Понял. Все ждут. Смотри, Хэппи не восстанавливает... Слоттерхаус. Хотя у него... А, нет, останавливает. Извините, я не увидел, что он не в том месте. Рабочие. Подходят. Страдает. Армию игрока. Так. Так. Спиндали. Нет, не отдает. Вот начал разводить очень четко. Видишь, теперь нету у Хэппи ни маны, ни жизни. Не может как бы... Вот телега только-только там. И она еще должна дойти... миллисекунды, дал ти, видишь, и тут, вот главное пушку засейвить. Шел, думаю, разводи по футику на финдов. Ну, ой, ты эти левел набил, господи, пушку отдал, хап, не могу на это посмотреть. Минус две пушки, рабочие стали, минус третья сейчас будет. Ой, господи, вроде успеет. Да, успел. Ну, а вот, кстати, благодаря патчу успела она дочиниться, потому что там было настолько на тоненького, что... Да. Это Близзардом спасибо. Кстати, что по поводу патча? Ты же наверняка... Мало читаю, нормально. К сожалению. Что еще раз? Мало читаю. Что есть, то есть. Мало читаешь? Мало читаю про патчи. Понял, все, хорошо. То есть ты просто приятно удивляешься. Оп, у медведя побольше маны стало. Отлично. Какой там что-то спрашивает, каждый там какие-то делает обзоры, я сижу, ну, что есть, то есть, как бы. Ага. Ничего с этим не сделать. И сидят какие-то люди, выносят какие-то патчи, на каким основании это делать, это вообще отдельная история. Да, я согласен с тобой. И, они, у меня такое ощущение, вот именно вот хотелось бы вот этих ребят, которые там что-то делают, просто узнать. Ну вы видите, что это дисбалансы. Ну, это отдельная история была еще на Last Refuge, когда я очень много ныл. По поводу того, что типа на одном шопе моб с 400 маны, а на другом шопе синий моб со 100 маной. И там ушло, по-моему, что-то месяцев 8-9, чтобы исправить этот баг. Уже всем отказал, посекундно определился, сколько кто теряет, даже если ты играешь эльф на эльф, что это единственная такая, одна из огромных дисбалансов, когда
как на одном магазине 400 маны у моба, а у другого 100. Один моб бы накидывает один или два блудбласт, другой сразу штук 5 вешает. Вот и просто вся игра начинается от того, что когда было еще... кто на каком месте появится на Last of Future, это вообще провал был. Ну вот если чай косишь, там многие этот момент, я думаю, должны понять. Понял. И вот поэтому, когда они выносят какие-то патчи, при этом вроде там очень много людей пишут, что у меня иногда были мысли, что они делают на основании этот твиттера X-Lord'а и Тодда. Все. Наныли. Наныли, потому что за мою память ни разу так, чтобы Undead'а, сука, фиксили прямо вот, чтобы вот в натуре, и вот никогда не было. Не знаю, чтобы его в основном в большинстве случаев только апали, там жука апнули, когда реально увидели, что его вообще, ну, он просто безбашенный. Жук стал. Да, начали им играть, но по итогу его там вернули практически, чуть-чуть хуже сделали. Да. И вот вспомни момент, где он Деда хотя бы раз был, ну, как-то... Ну, уменьшали. Арбу уменьшили с 5 до 4. Ну и как это сильно повлияло? Ну... На последние занимаемые места. А кто там что занимает? Ну вот последний, кто выигрывает? Хэппи? Лин. Лин? Лин Мун. Лин Мун? Флай Фокус. Ты видел результаты этого Смайл Капа? Что, где Фогич там в плей-офф вышел? Ну это да, это очень классно однозначно. Там 4 человека, 3 орка из них. Ну да. Ну опять же, это же NTIST, надо не забывать. LAN это немножко другое, но тем не менее все равно надо порадоваться, как говорится, за... За орков. Ты умеешь радоваться за орков? Ой, орки это отдельная раса, их надо однозначно менять, потому что, ну вот... На что бы ты поменял орков? Ой, говорят, сегодня чуть Хэппи не проиграл Старшейперу. Ты видел первую карту? Нет? Я видел, как он проигрывал первую, а потом как он выигрывал следующую. Ну вот видишь? Видел, вижу, но это было, да, удивительно. Но я не знаю, по какой причине Хэппи оказался в той ситуации, в которой вот он оказался в первой игре. Потому что я подключился уже, когда летало 80 виверн с 80. Ядом. Ну, 80 лимита виверн. 80 лимита виверн. И он выиграл? Да, он выиграл. Орк? Орк. Орк выиграл у Хэппи Старшейпер за орка играть. Господи, он же тель, чтоб ты, да? Ну, да. Смотри, как так, заливают футов, а. Это вторая, это вот 2-1. Эти моменты, когда Хуман начинает, ну или неважно кто, начинает сражаться просто ни за что. Вот как, расскажи, вот почему не прожать было сразу ТП? Минус 3 футмена, минус конь. Даже конь уже сопоставим почти по стоимости. Вот что он не прожал ТП? По логике, на самом деле, в Никанде очень важно тянуть время. Это просто важно. У Хума база есть. Ну вот если прикинуть, что... Ну он потерял коня и 2 футов. 3, сколько, да, он времени выиграл? 3 футов. Ну, секунд 10. За 10 секунд он с 2 баз... Убил дестройера. Не, не убил дестройера. Не-не. Дестройер. Убил, да? Точно? Убил. Не надо быть, да. Ну ладно, я понял, может быть, убил. Дестрой убил, говорит. Не, тогда да, тогда дестрой это дорого, это 350. Поэтому постоять немного, учитывая, что он дед даже в предпосылках, пока эксп не ставят, это все-таки интимные моменты. Это надо чувствовать. Знаешь, как говорится, Mental Sky. Mental Sky, да. Очень важно, просто. И вот Хэппи теперь понимает, что он и пропушить не может. На главной базе, правда, одна пушка стоит, он уже мог пропушить, если захотел бы. Просто он иногда, ну, не сказать, что ему не хватает разведки, это, конечно, бред сивой кобылы, в принципе, как и Соник кобылка. Ну, вот видишь, пушка-то одна стоит. Это не только у Хэппича такая ошибка. Есть привычка, и иногда не обращают внимания на незащищенность мейна при... таких диких экспандах. Как бы китайцы в основном там, но да, можно было. А сейчас он забирает очень жирную точку хаб, что попахивает, что будет бой, но Хэппи ставит базу, как ты видишь, да? Этот момент нельзя профукать, потому что у хаба сейчас есть преимущество. Что там выпало? Брейсеры у Маутин Кинга. Да. Просто интимный момент. Так, хаб решил все-таки не дать набить. Ага, все хватило. Пока по одному, один посох только.
Идет, смотри, атака 660, у Хавка лимита больше. Там удельное замечание, что у Хавка 24 лимита в рабах. Но Хавк в этот раз, видишь, сразу мортир пошел. Помню о том, как они отлично стояли. Но его ж не устраивает пассивный геймплей в этой игре. Потому что эксп, и надо что-то с этим делать. Ну, теперь уже да. Еще есть минуточка одна. А, он флеер сделает свет, смотри. Такой полухалявный грейд. Как кажется, он 50-50, что ли, стоит. И... Да, пошла атака. Сейчас, возможно, будет интимный момент. Господи. На мейн атака как раз, да? Или нет? Или да? Миша, посмотри, куда будет. Да, видишь, все-таки слушает, не слушает. Вот эти банши просто. Вот это они сейчас коней могут переманить. 4 штучки, 5 баншей, Миш, все с маной практически. Да. Раз, два. О, светанул, увидел нычку. Увидел нычку, да. Увидел тайминг, увидел, что калит строится и что время довольно ограничено сейчас у него. У Хавка я имею в виду. Герой 4-3-2 на почти 5-4-3. Нет, преимущество. Ой, коня! Став! А, став на КД. Как что? Почему что случилось? Он отменил вручную или что произошло? Нельзя, по-моему, отменять или можно? Кажется, можно отменить, если это типа ченнелинг, как в это, как у Хавков. А зачем Хапач отменил? Точно? 3-2-2, может? 4-7-7? Как говорится, казино. По-моему, нельзя отминать, я не помню. Ну, сейчас эксперты нельзя... в чатике напишут. Ты сало отменяет, но эти, если кидают, они уже типа как паразиты вырываются. 1488. По-моему, нельзя, я не помню, пацаны, можно или нельзя? Нельзя вроде, я тоже... Ну, а как объяснить тот момент? Он передумал? Кто, банша передумал или конь передумал переманиваться? А может, кто-то другой? Никогда не поймешь. Когда где найдешь, где потеряешь, как говорится, коня. Так. Ай, блин, может, он украл ману у нее? По-моему, нельзя ли можно? Или так, оп-оп-оп, и лоси, оп-оп. О-о-о, началось! Что за Blizzard, убери! Это Blizzard как будто в Sony кидает Rain of Fire на своих. Кстати, отлично заливаешь своих, это прям... Я пробую, пока только ты не усишь. Да, да. Там все боятся, враги убегают. Медведи такие, что? Соник, пощади. Какой стресс, так идет атака. Так. О, смотри, где Хошк ставит базу еще. Что, где, кто? Пошла жара, заливочка, проклинают ополченцев. Пошел воровать или нет? Ой, кого он подкинул? Ага, МК подкинул, господи, видишь? Иду на таран. Нычку ставит наверху Хошк, потому что понимает, что у него, возможно, не будет возможности быстро убить базу Хэппича. Какие терки все-таки. Да, заливка дикая. Минус мортира. Как заливают мортиры? Вы что? Какие интимные моменты, господи, они уже секунд 45 туда-сюда трутся. Притираются. Трутся, нет. Притирочка еще не пошла. Хавка не забегает, финдов. Вот он бедлорда, видишь, бьет. Это ужас. Ну побеги дальше. Ну пожалуйста. Ну нет. Невыносимая. Это как я против него играю иногда. Ой, минус МК чуть не случился. Питлорд вообще отлично стоит, ты посмотрел? Да, сейчас еще по третьим койлам он вообще не будет неубиваемым. Господи, да. Прибегает Акалит на северную базу. Теперь император знает, что там есть халявная нычка. Халявная без защиты, имеется в виду, что она... О, побежали, гули-гули побежали. Да, гули-гули. Гаргуля какая-то пошла. Надо срочно кого-то посылать туда. Пытается построить вышки, но не успеет. Более зрелищные, когда люди не сливают и решают вынести 80-80. Это такая вообще ядовитость, да. Просто. Да. Хочется скинуть под стол от счастья. Просто посмотрите этот контроль. Ну, вот видите, он не за... Ну, господи, Хав не видит просто это. Почему он вырывает? Петлорда бьет. Просто объясните мне кто-нибудь. А, посмотри, коня прислал. А ниже что происходит? А, это слив, по-моему, или нет?
Это сливчик. Это сливчик. Конь не справится, он проклят. Господи, там пушка нет, конь должен убить. Гули вообще сумасшедшая. Глянь, он контролит. Блин, гулю, он даже гулю отвел, что? Хэпич псих. Отвел коня на 10 да. хп. Коня это не спасет, но... Ну да. Кто-то ливнет мне это. Архимах. Сука, как больно было. 69 хп осталось. Ты увидел момент? Угу. Да, но это не спасет Хошкам, потому что третью базу ему... О, подожди, это конь хэпичевский уже, смотри. Рабочих убивает. Я не понял, как такое произошло, но произошло. Господи. Вердос, сейчас панда уже несколько другая. Ты пропустил пару патчей. Она теперь... О, господи. У нее теперь есть ограничение на наносимый урон. Что такое? Что случилось? Пропустил пару патчей. Ну да. Ой, банши, вот зевнул, смотри, и минус сразу две штучки. Ну, хавку нужно переходить более к более активным ты действиям. 3-0 у баншей. Ой, у мартиры. 3-0. Ага. 3-0, реально. 3-0, так они бахают. Им, конечно, сможет отлететь. Что делать? Что? По-моему, хавк сейчас даст бой. 87 мини, какой. Сейчас МК умрет. Не отдай, только не отдай, кого не отдай, того не отдай, то не отдай, то проходи, ой, сейчас архимах, по-моему. Кряк, пятый, опасно было. Уже третий койл, так он разрывает мортиру. Ну, в мортирах, у масс-мортирах что-то есть, конечно, такое безумное. Топ-аналитика от двух варкрафтеров. Один действующий, один не действующий. Не, погоди, я не согласен с не действующим. Действующий, это я не действующий. Че ты сразу? Держи себя в руках. 4 базы у Хэппи, это приехали, как говорится. Да. На поиске Юма. Хавка есть небольшой запас по золоту, 80 с небольшим плюсом он построить может. Но как только у Хапача еще достроится 4-я база внизу, это будет конец. Матеры очень сильные. Сплэш есть, как думаешь? Это вроде должен быть. Конечно, есть. Конечно. Ой, смотри, как мортиры. Ой, как мортиры, а? Бах, просто... минус банша. Бах по финдам. Такой урон от мортир. Ну посмотри, как Хэппи их ими стрейфует просто. Просто посмотри, как стрейфует. Ой, хэхап не до конца. Ооо! Ну есть минус у мортир, да? Это 360 хитов. Почти как арча. ГГ. 2-1 в пользу императора. Финал 4. Финал 4. Быстрее. А какой, кстати, следующий турнир? На каком ты будешь играть? В четверг? В пятницу? И мы еще приглашаем и участвуйте в Мистер Стресс на Гудгейме 2x2. О, кстати, там же реальный турнир. А, кстати, хочу спросить, вот это не имеешь отношения к этому Руся Цабер Геймс? Я просто думал, если я выиграю путевку, там это, я смогу поехать или нет? А я не знаю, о каком ты говоришь турнире. Руся Цабер Геймс во Владивостоке, по-моему. А, РЦГ, конечно. РЦГ, участвуй. Первая квалификация будет... Во-первых, там все оплачивается. То есть оплачивается перелет, оплачивается проживание. Для всех открыто. Что еще раз? Для всех открыто игроков. Да-да-да. Там будет две квалификации открытые для азиатов, две открытые для неазиатов. То есть там в любом случае будет два китайца, два корейца на финале и два человека от СНГшного региона. Причем люди, которые получают квоты, они гарантированы в призах. То есть, если ты пройдешь эту онлайновую квалификацию, то ты, там в любом случае будет, как минимум 17к. Но там еще увеличится призовой фонд, скажу по секрету. Еще раз? 3 человека на лан попадают. 4.
Два. Один китаец, один кореец, и два с СНГ или как? Или ну, приблизительно так, да. Евроквалификации две, и азиатских квалификаций тоже две. По одному человеку получается. Угу. Очень интересно, как оно случится. Да. Я просто смотрю, как добираться, думаю. Я поеду туда, кстати. Уже билеты взяли. Ого. Так что будем на месте, пообщаемся, если пройдешь, и там интервьюшечки, культурная программа. Надо будет, вот. Если выгодить, а потом уже чатиком решать, что если лететь очень далеко. Но это не должно останавливать никого, на самом деле. Я, в общем, я всякие поездки такие иногда встряхивают. Да. Для меня это тоже такой... Я на этом месяце, в этом месяце еще поеду в Челябинск покомментировать второй StarCraft. Не потому, что там денег платят за комментирование. Там платят, но условно. Нет, мне платят по поездку проживания и дадут там 10, кажется, тысяч рублей за работу, если я правильно помню. Но как раз главная мотивация была съездить в город, в котором там моя бабушка жила. Я там был в детстве, когда совсем щеглом был. И для того, чтобы как раз встряхнуться, потому что сидеть за компом — это, ну, это уже немножко... Плохо, да, долго, да? Тяжело. Компа эльфийским. Так, все, последняя игра, возможно, нет. А Челябинск, правду говорят, что грязный город, ну, воздух. Да, да. Это этот, как его там, как его, Питер, по-моему, с оттуда или нет, я не помню. В Челябинске было пара игроков. Блин. Ну, чатик подскажет. Я сейчас боюсь ошибиться. Где, по-моему, с Челябинска? Не помню. Ладно, не отвлекаемся. Никер из Перми. Из Перми, да. Он за Перми рассказывал. Он начал там видосики выкидывать какие-то интересные. Сливка из Магнитогорска. Дулин и Михалыч Спешл Кей говорит, но они за протосов катали. Это... Ну да. Револьвер нет, не из Челябинска. Револьвер из Питера, кажется. А это, Миша, ты не уй ноги. Уже сейчас прям для чего? Прям, чтобы не уставать. Так идет Архимах. Тискнайт. Очень Хэппи не повезло. Скелеты были очень далекие. Это Хавку сыграет в плюс, такой микро-момент, очень интимный. Он Хэппи схалявил, что отманил тролля, и Хавк сейчас бежит. Счет 2-1, ребята, 2-1, выигрывает Хэппи. Угу. Ой, тебе клеточка выпала, ой, видно Хавк немножко. Ой, бежит Дискнайт. Так, ну, стрелки не идут. Так. Может, Хавк побежит куда-то в другое место или нет? Так, очень важно. Миш, не спи, не засыпай. Держись. Я внимательно слушаю тебя и за игрой смотрю, тоже тыкаю, все в порядке. Я здесь. Дискнайт бежит. Оп. Ну, интересно будет, да, наверное, турнир по Варкрафту. Ну да, там будет одновременно и по первому старику, по ремастерду. Это уже второй турнир серии. Компьютер вот с этой Champions будет, да? А вот по деталям не знаю, но скорее всего да. Там Мистер Лайт организатор с нашей стороны, поэтому там все будет хорошо. Да, знаем, такого где-то видели. Ой, добивает, второй уровень получает. Ой, там ДК в определенный момент, как кажется, был доступен для окружения, но это так, на дилетантский взгляд, потому что в такие моменты Хапач тоже на стреме, он следит внимательно. Мистер Лайт. Рус Брейн будет в этом году еще или что-нибудь, какая-то линия? Ну, это и есть от него турнир. А, это и есть от него турнир. Да, RCG, Russian Cyber Games, это вот как раз Рус Брейн и фонд организует. Ооошеньки, новая ВЦГ, как говорится. Да. Да-да-да. Это так, интересно. Поэтому, ну, я надеюсь, ты поучаствуешь и квоту возьмешь. Я понимаю, что конкуренция высокая, но... Да, поживем, увидим. Да. А у меня, если на поезде месяца два туда ехать. Зачем на поезде? Там же оплачивают самолет. Живем, увидим, одним словом. Но это да. В этом году с этим ковидом это, конечно, и в том году интересно всегда. Так, идет бой. Идет Дискнайт. Смотри, пошел. Контрнаступление очень жесткое, причем. Хэппи выйти не может.
Миша спрашивает, кто такой мистер Лайт? Мистер Лайт такой организатор, автор, мэпмейкер. Турниры регулярно организует на ГГ. Ой-ой-ой, посмотри, Дискнайт сейчас. Дискнайт, Дискнайт! А, посмотри. Ты, да. Вот, сапожков не хватает Архмагу, прикинь, сейчас он бы мог догнать нет. этого. Вот сейчас очень важно, чтобы хавка начал строить магазин. Просто вот это еще момент. Тайминговый. А вот он начинает его строить. А зачем ему именно сейчас магазин? Или у Warcraft все-таки? Warcraft, Warcraft. Все наше молодое поколение. Если бы они вложили побольше времени в Reforged, было бы значительно лучше. Blizzard. Надо добавлять сразу. И можно их еще рубить. Да, да, да. Если пад сделает, ну это те люди, которые делают VCT Champions, сделает нормальный пинг, получается, для всех корейских и китайских игроков, то Warcraft будет иметь колоссальную прогрессию вообще просто. Мало того, что это положит NetEast в китайскую арену, но это не точно. И если будет 50 для всех, это будет просто колоссальное развитие. Будет просто мощнейшая конкуренция. Плюс они уже на шестой сезон сделали около 7 тысяч долларов призы. Это просто вау. А было четверка, да, на прошлом? Или там а побольше? Было, да. Ну вот в целом, там же 2 на 2 они добавили. 2 на 2-то не было. Да. И FFA даже добавили, насколько я помню. Да. Шейк выиграл, по-моему. Серьезно? Нико Вест наш? Нет, Шейк, по-моему, выиграл FFA. Ну, Шейк тоже наш, ладно. Ему можно. Так, ну что, здесь ситуация для Хошка хуже, чем в первой игре, но лучше, чем во второй. Наверное, так можно охарактеризовать. Хотя Архмаг не третий. Это минус, безусловный. Бисквит уже третий, но есть дефенс. Это не может не радовать, поэтому Койл полетел. Это из него не надо, уже они тоже делают турниры интересные. Но в целом было... Что-то о, попытка. Попытка окружить Лича была. Чувствуешь, он уже немножко прессует, давит. Оп, дефенс. Ой. Оп. Да, ну тут, видишь, сложновато. О-о-о-о-о-о-о! Блин. А вот это был бы минус телепорт. Сейчас он, я не знаю, что ногу иногда не берут там. Ага, посмотри, только половина Т2. Да. Так, тележку, хэппи есть поинт. Оп, оп. Как же он кайтит шикарно с телегой. Да, он БЦ клацает автоматом, по-моему, вручную. Да. Так. Меня спрашивает Левиафан 1.1.1, почему графика не рефорж? А ты, кстати, почему на рефорж графики не играешь? Все знают, что это говно. Ну, не все. Левиафан, видимо, не знает. Вот видишь, как... Ну, невыносимо, ты согласен? Ты играл, пробовал? Ну да, я компанию не прошел даже. Психанул, удалил аккаунт. Ну, меня расстроило в компании, что она недоделана была. Она была с багами, некоторые миссии... Ну, неважно. Ну и самое главное, что преемственности нет. То есть ты смотришь и не понимаешь... А что в этом сражении происходит? Да. Очень сильно. Потому что в StarCraft ремастере, в первом, они прям сделали все очень четко. Там тебе нет вообще никакого желания возвращаться на старую графику. Потому что все читается так же хорошо, как и раньше. Да. И в этом дело в том, что сошлось очень большое количество народу, как вы видите, и только пытаются там заставить чисто на турнирах играть, и то не... просто игроки потом игнорируют турнир, я понимаю. Потому что ну очень тяжело играть на Reforge, не знаю почему. Игроков вроде самих не заставляли играть на Reforge. Нет, там были турниры, где ты обязан играть только на Reforge. А-а-а, поэтому... не, ну что-то есть... таких немного, видимо. Вот, а организаторов, да, некоторых, те, кто, типа, от близов получали аппрув, там, да, должны были... Куда ты, что ты, как он? Он же точно не считал вот эти вот 15 хитов. Посчитал, я думаю, он специально считал? Убегал. Да. Вот время отлично, очень много, просто 1100 голды.
Ну, подкормил вражеских героев очень жестко. Ну и... Хрен с ними. Как мы помним по Airforge, ребят, спросите у Тарзейна, что для него значит Airforge. А что, я не смотрел это видео. Ну, игры с Муном, когда он несколько раз выигрывает, его баги идут. А, там же две переигровки были. Блин, да, это было очень жалко. Это как бы, ну это просто настолько вообще просто. Там и призы, и все, короче. Ну ему, по-моему, народ классно поступил, что скинулись за то, что за призы. Да, потом... это была компенсация, потому что он реально... назначили переигровку игры, где у него было серьезное преимущество. А получить серьезное преимущество в игре против... Опа, Миша. 2-2, думаешь? Опа. Получить преимущество в игре против Муна, это прям... Это и большая редкость, короче говоря. Не, ну, там было видно, что даже игры были уже выиграны в определенные. Я, по-моему, видел этот момент. Миша, что делают? Я не знаю. Надо посмотреть, что у Хапача на стриме творится. Опа, что творится? У него интернет моргает. Ну, наконец-то, машина! Да, у него стрим офнулся. Бывает, бывает. Акалиты получаете! У Хэппи были скачки напряжения, говорит Сэнни. Не, ну мы шутим, конечно, вы же понимаете, но это... Я не буду. Нет, я не буду. Ну, конечно, сейчас отключат. Что будут делать, назовем админа. Вот мы поговорили как бы о 3-2-2 против Муна и Тарзена, и Хавка держивает победу. Ну, я бы сказал, что в этой игре у Хавка не было серьезного. Короче, игра приблизительно была... Ни случай не говори. Побойся Бога. Не, ну а вдруг скажут, что типа вот... Хэппи тут побеждал, 3-1, до свидания. И... Стоп. Стрим Хавка, быстрее на стрим Хавка, быстрее, ничего, да, быстрее туда идти. Быстрее. Включаю лицо Хавка. А, камеры нет, у него интимный момент какой-то. Так, Мауси, спасибо тебе большое за поддержку. Я все получил. Сори, что сразу не среагировал. Быстрее заходи, Миша, быстрее. Куда? Блин, к Хавку на стрим. Да, блин, я не хочу на Твич. Ты не хочешь? На Твиче Хавка искать. Там быстро заходишь. Да у него лица нету. И чего, а зачем он нужен сейчас мне? Да что он говорит вообще? Молчит, ждет. Молчит, ждет. В ожидании. Ага, что-то задумал. Так, ну ладно. Ждем тогда. Следующий матч. Какой геймнейм? Пока не знаю. Не, Хав все четко ждет. Машни не будет. Миша, надо пойти по машине. Машина. А где машнить? Там Дискорд, комната какая-то. Машнить хочешь? Не, ну я хотел бы посмотреть со стороны, что происходит. В общем, он 100% видит, что ты уходишь в таверы больше. Блядь, чувак. Ты рассуждаешь. Спасибо. А коли ты угрожают, говорят, что там стят, и тебе, и мне, Миша, готовься. Мыль, как говорится. Спасибо. Понимаешь? Блядь, я не знаю, как тебе объяснить, пока. Пошла, сейчас сразу появляются два фронта. Одни за Хавка, другие за Хэппи. Как это работает? Да, там у них сайт, заходите, там тоже. Вы шо, они на этом. Mashna.com? Mashna.net. Там если ты чемпион сайт, там все просто, все открыто, все публично. Никто уже не это. Так, что происходит, Миш? Пишут, да что ничего не происходит. Хэппич не онлайн. И мне кажется, что если он не придет в ближайшие там 10-15 минут или не восстановится электричество, то финал либо перенесут. Ну, скорее всего, перенесут. Потому что, ну... Но... Потому что не было преимущества у него настолько серьезного в этой четвертой игре, чтобы давать Хавку тех пор. То есть герои живы, нычка есть, как бы сценарий непонятен. А по-хорошему, даже если у него было бы преимущество, если он дискается, то не должны засчитывать ему победу, даже имея преимущество. Если я правильно помню правила. Если я правильно помню правила. Да. Но не знаю, как там? У тебя были наверняка и такие моменты интимные на турнирах? Да, ну, не помню. Вот видишь, один из них в данный момент происходит прямо... Происходит.
при наших сведениях. Так. Ну и что обычно происходит в такой ситуации? На букву П, как называется, писец происходит, как всегда. Угу. Ну, а конкретней? То есть дают кому-то пор или все-таки рематч? Это финал 4, финал 4. Все-таки возобновляется, да? Просто да, хэппи здесь. Вот такие интимные моменты, потому что вот, вот всегда, знаешь, такая позиция, всегда неудобная. Вот если ты чувствовал всю боль Тарзана, когда он играл с Муном, вот как игроку, там, как зритель никогда этого не поймет, я считаю, потому что, ты когда игрок, ты как бы, вот представь, вот игра с Муном, человек сейчас выйдет в призы, у него есть шанс стать чемпионом, да. Понимаешь? И тут как бы эти администраторы иногда, это же они как бы принимают решение, есть, не есть, там, это вообще отдельная тема. А прикинь, когда кореец, который мало знает, может, возможно, английского, пытается донести другому, который знает английский, но не знает корейского, и да. Что произошло и почему период. Ладно, это еще и случилось два раза, это просто, сука, это вообще просто. Это такая вселенская боль, это похуже, чем Mental Sky, Миша, просто. Это вот у тебя были такие на лане вообще, вот тут были? Это вот знаешь, я когда играл в теннис профессионально. Опа, ты еще в теннис профессионально играл? В настольный? Все, я с тобой не буду в настольный на денежку играть. В молодости, когда я выиграл трех взрослых ребят, я выиграл какой-то вонючий диплом, и то ли копейки на то время, но это было все равно круто. Они еще пыхтили от меня, сука, отжать мои призы. Вот как? Ты представляешь, насколько это обидно, сука? Силой хотели. Вот просто это. А тут понимаешь, там сила это одно, там, а там бессилие. Это там бессилие, Миш. Тут ты сидишь, думаешь, сука, было уже выиграл. Вот все, понимаешь, вот все, а тут подходит тебе. Давайте переиграем. Сука, и дважды, как так? А что это за турнир был? Сколько тебе было лет? Да я молодой, по-моему, лет 12-13. Настольный наш Краматорский был. Я просто это в памяти отложилось, знаешь, какая боль была. Угу. Травма, можно сказать, детская. Психологическая, конечно. А тут я просто это настолько тяжело вообще собраться после такого, это просто, и все равно у меня. Просто я если ты видел тот момент Тарзан Муна, это просто, я там сидишь, но вот хочется вот расплакаться за человека и вообще, на самом деле, не знаю. Очень круто поступили люди, чтобы вам собрали им призы, но это чуть-чуть все равно. Психологически это эти дисконнекты — это отдельная история. Понял. Мономах, конечно, приходи в Челябинск, приходи на турнир, пообщаемся, что хочешь. Сделаем автограф, фото, все что угодно. Интимные моменты, да? Да. Интимные моменты. И стартует третья катка, счет 2-1 за хэппи. Ой, я там покомментировал бы, наверное, или нет, или да. Что ты покомментировал, где? Я ж могу и комментировать, и в реале так бы, как бы. Но меня в реале, наверное, не поймут. В интернете только начали привыкать ко мне. Ну, может быть, люди еще пока не готовы. Такое бывает. Лица. По-моему, все в теме. Как тебе мое комментирование, кстати? Мне нравится. Я бы заскучал, на самом деле, с таким финалом, если честно. Вот, а тут крики, стоны, все отлично. Много моментов, опять же. Интимных, вот поймали футахапку, сука, просто. Вот сейчас ополченцы у него ступят. Футмен минус. А зрители там, нельзя голосовалку запилить, хорошо или плохо? Я просто пытаюсь развиваться, понимаешь? Ну, слушай, я думаю, что в стандартной голосовалке «Хорошо-плохо» я упырь, да, ты наберешь 55% за «Хорошо». За «Хорошо». Нет, упыри — это зрители, кто идентифицирует себя. Сейчас запилим голосовалку. Будет, скорее всего, 30% упырей, 50% «Хорошо», и оставшиеся, сколько там получается, 25? А если по комментариям, кто лучше, «Сокол» или «Соник»? Интимный момент. О, не-не-не, ты идешь не на ту территорию. Ты там проиграешь. Территорию? Понятненько. Вы хотя оба на СО, но разница. При всем уважении, Сокол вне конкуренции. Сокол вне конкуренции. Интимные моменты все-таки вырываются. Потеря Фудмана очень важная для Хавка, но Кэппи в этот раз потерял 400 поинтов. Ребята, это просто невероятно для него. И, скорее всего, он не убьет ни одного рабочего. 400 поинтов.
Да, рабочие все здоровы, видишь, какие. А в прошлый раз был, кажется, один какой-то там битый, бито-оранжевый. Никого не потеряет, реально. Так, все. Как Sony комментит? Огонь не очень, я упырь, 477. Я упырь. Голосуем. Вот упыри, как правило, 30%. Как и было спрогнозировано, все четко. Мне это больно, вот на самом деле. Вот как ты считаешь? Что, кому больно? Недовольны люди бывают. Оп-оп-оп, возможно, случится минус первый рабочий. Недовольны вот бывают, вот как ты считаешь? Я считаю, что бывают недовольны, да. Как говорится, Баба-Яга против всегда. Подожди. Нет, ну, есть часть, естественно, которые не принимают. Ну, вкусы же разные, это ж понятно. Кто-то соленый огурец любит, кто-то... А ты какой, дыня или арбуз? Блин, и те бывают очень классные. Ну, не всегда, как говорится, да? Да. Так, ну, вот преимущество у Хавка явное, и, по-моему, дисконнект немного сбил морали Хэппи, на самом деле, я считаю. Потому что потеря 400 поинтов, это вообще просто. Да, и продолжает Хавк прессовать. Мало того, что нет продолжения у Хапача по Харасу. О, добил, о! Ты видел? Левел. Ё-моё, эта игра складывается лучше, чем в прошлый раз. Прям вообще лучше. Один рабочий только гуфнулся. Архмаг третий уже. ДК второй еще. И он битый. Так, походу дальше. Идет Архимаг. Ну, дефенс бы сейчас. У Хэппи второй левел. У Хавка третий. Да, ну, это очень похоже на 2-2. Да, магазин достроился. Очень похоже. Очень да. Похоже. Армия игрока атакует. Хвак вперед, кричит Айва. А это он дотер. Он дотер. Дотер какие-то. Архимаг идет. Не, ну. Опасно играет Архимаг, потому что тут уже новый словишь, и до свидания. Надо бы к магазу регениться и. А даже Ютон здесь. Нифига себе. Интересно, сколько нас стримеров смотрит? Которые сегодня уже постримили, там все отдыхают, втыкают. И сколько хотят нас на нас что-нибудь кинуть. Архимаг идет. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Идет Архимаг, стоит, ждет. Ну, как рабочие собрались вокруг вышки с Мари Гвардовской. Yes. Давай. Ну. Проходит оп-койл. Ну, вот очень красиво отконтроливает Хошка. Повар говорит, так зрите, уже не осталось одни стримеры кругом, работать некому. Да, да, это проблема. Согласен. О, Лерс тоже смотрит, нифига себе. Ответственность повышается. Это кто? Я просто хочу, чтобы, если что, без обид. Это повар, он тоже стример. Работать некому, одни стримеры. Это просто история вот эта вспомнила, Инфи и Теда, и Тиаша у них. О, господи. И ну сейчас на самом деле очень много стримеров заходят и в личку начинают писать там, почему. Кому? Да вообще, ну, особенно по Фаркрафту, я как бы только Варкрафт играю. Угу. И что пишут? Разное пишут. Интимных моментов бывает. На заводах. Итак. О, господи. Архимаг третий. 45 лимита у Хавка. Миша пытается пишет. Лича окружить. Но уже все, уже есть обсидианка, уже Хапач стабилизировал ситуацию. И оставаться здесь, это значит потихонечку подкармливать опытом. Не делать дефенс. Пытался добить, сам не получилось. Пишут, научи играть. Научи играть, научи комментить. Настрой стрим, помоги с настройкой, вот это вот все. Онлайн академию давай по Варкрафту откроем. 70 на 30. Ну, 70 на 30 это что? Это возраст или что? Ты будешь там, кем ты хотел бы быть?
Кем я в академии? Академиком хотел бы быть в академии. А что ж там еще делать в академии? Академики, да, так академик уже есть, по-моему, не хватает. Ну ладно, уборщиком тогда буду в академии. Там же нужен уборщик всегда. Завхоз. Футиков, он видишь, таких подбивающих, которых Хэппи подбирает. Будешь добрый и злой эльф, как говорится. В одном. Я думаю, что две роли лучше в тебе сочетать. У тебя лучше получится, да. А ты такой, не-не-не-не-не, сегодня день благословения, как говорится. Простим их и помилуем. Идет лич. Вот это вот карта мне это не нравится, потому что этих мобов очень быстро убивать можно. Ага. Какие имба артефакты выпадают, вот, вот интимный момент. А что из этого волка выпадает? Аура, да? Вот это вот опять какая? Нет, там выпадает, по-моему. Кто? Довольно неплохой. И крест, по-моему, может выпасть. Ага, зарядный четвертого какого-то там. Ну, камни, ты камни, хилварды. Там чуть отходишь. Одни стримеры и академики. И книга мертвых еще выпадает. Вот, ага. Тут. Вот видишь, у Хавка вообще на главке нету пушки. Это просто обходишь сбоку. Угу. Обходишь, посмотри просто главную базу Хавка. Это, я это... как раз, да, на нее смотрю. Но уже поздно, я думаю. Или, или еще не поздно обойти. Ну, можно просто чуть подняться выше и все. Ну вот, не знаю, почему он начинает трогать этот магазин бесполезный. Да, ты прав, кстати. На мейне, на мейн сейчас было бы прийти четко. Под паладина, под выходящего, под вот это все. Так, начал бить финдов, окей. Став появился первый. Ну, магазинчик разрушен. Ну, от него так. Аксалайв говорит, я уже час как спать собираюсь, и Соник меня до слез довел. Мишка, держись. Я... Бобры не плачут. Все нормально. Они приходят к Сонику на стрим. И он им всех лечит. Так, все, тихонечко. Миша, здравствуйте. Доброй ночи, уже пол первого, кстати. Про интимные моменты. Да, у нас только такие, судя по всему, на трансляции есть. Мне их хотели натереть, а уже не натру. Придется тереть, как говорится, самому пол. Так вот, видишь, добил серьезного, выпало ему. Ну, плохой артефакт выпал для Хэппи. Самый плохой, да. Самый плохой. На данный момент у него ловкости вообще нету по героям. Разве что Питфорду, но... Не, лечо он передаст ради скорости атаки, скорее всего. По той же логике, что Sleepers of Agility оставил ему. Ну вот все, теперь походу поехали, скорее всего. Хотя вот просто вот 54 лимита, будет ли свиток. 3-1-1, тут 3-2-2 и город в осаде. О, господи, Миша, что делать, если ваш город в осаде? Рощу разоряют, да? Ну да, наверное. Ой-ой, какой ТП, просто сейчас кто-то, по-моему, погибнет. Нет, неожиданно отступает. Вертолетик есть. Впервые он не бьет петлу. Ой, паладин. Хил паладин. Сделал только один и вынужден был отправиться на базу. Заливка классная своего Book of Dead и этих рабочих. Ну, 60 лимита у Хавка, кстати. Ой, сейчас МК может... Герои очень битые, очень битые герои. Нет, по-моему, тут еще все более стабильно, но непонятно. 58. Хоть баня есть. Останавливается. Ну, вышки держатся. Я думаю, что стоит сейчас Палыч, по крайней мере, дождаться, пока Палыч не готов. Там не аспирант одаривает подписками новых щеглов, беликов. Что? Ну, там, если ты зарегился только на ГГ, аж белый аккаунт у тебя сутки показывается. И беликам мы дарим подписки сразу на канал. Уже как можете, развиваете, да? Да, мы стараемся. Ну, время тем более, такое. Что есть что развивать и есть куда товарищей. Что показать? Видишь, как нас много. Там давай. Боевого лимита 58 на 39. Ну, да, боевой лимит, конечно, жесткий. Но вот сейчас, возможно, Хэппич допускает ту же самую ошибку, что и на первой карте. А именно дает Хавку время... не дает. Он закрипил только... Да-да-да. Чтобы если что, базу поставить. Да. Просто в прошлый раз, помнишь, он отошел и все. И там на 3-4 точки. И Хавк успел там за получить 3-3 на втором, на третьем уровне. Здесь Хэппи по-другому отыгрывает, согласен.
Не успеет, потому что юнитов как таковых нету, чтобы убивать этих големов. Точки немного другие. Угу. Дестройеры с маны, не хотелось бы сражаться, пока их не отпустят. Потому что сплэш, вертолетики, магический урон. Ничего явно. Ой, минус конь. Став! Фу, господи. Что там, один став? Да, один став. Ой, минус конь, все-таки случилось. Да, это больно. Похоже, что 3-1 все-таки. Эх, похоже, что 3-1. Ну, не в этот раз. Не в этот глаз, не конец еще. Не надо. 70 на 61. Вертолеты пошли. Да их чуть... Иду на таран, конец. Дескнайта надо бить. Петлоут этот. Куда полетел дестроя? Господи, ничего не потерял, ничего. Хэппи. О, первый финт. Первый финт упал. Первый финт, 67. Есть, дестры падают. Дестры. Улетает. Я не вижу ни одного дестроя. А, вот, первый дестроер упал. Упал, да, сейчас второй. Еще минус финт. Смотри-ка, есть шансы, может? 53-59. Да, два дестра, сейчас минус 10 лимита может быть. Минус 10 лимита, смотри, у Хэппи два дестроера умирают. Раз, два. Уже 50 на 50. Шансы 50 на 50. А чё палочь-то с аурой, я не пойму. А, лич, телепорт. Шансы есть, как думаешь? А чё реально с аурой? Я просто тоже запутался. Я не понял, почему. Хитрый план у него какой-то, а мы не знаем. И Хэппи не поставил базу, это очень интимный момент, я считаю. Очень интимный момент, просто посмотри, какой вообще, какой момент. Да, сейчас может быть просто 3-3 опять. Смотри, МК получит на этой точке третий. Паладин, к сожалению, не получит, потому что он дома лечится. Ну, МК третий, это тоже важно. Да. Что-то реально с этой аурой, я не понял. Питлорд, видишь, не отпускает, бегает такой, поднимает свой, как говорится. Армию игрока атакуют. Разбежались. Да, у меня сегодня онлайн немножко возрос, практически 200 челиков. Видишь, как хорошо. Да. Проходит Дискнайт. Армию игрока атакуют. Ну вот големов очень. Вот эти на этой карте важно убить вот эти точки еще с синими бомбами. Тут выпадают поинты прикольные. Очень важно. Просто. Капецки. И паладина еще третьего. Он сейчас набьет. Миша третий паладин будет. Это 2-2 походу. Ой, мана банки. Чуть-чуть не хватило. Мне кажется, архмаг был все-таки в зоне получения экспы. Я не обратил внимания, но по ренджу вроде хватало. Хэппич успеет красную забрать. Но ключевое все-таки это этот 3-3. Второе лечение, второе этот. Потому что с такими героями становится значительно сложнее тех же самых финдов контролить. Ну и плюс становится сложнее убивать хумановских героев из-за эффективного лечения. Ну и нюкать проще тоже героев, если. Короче, все лучше. С 3-3 все лучше. Можно было вертолетиков починить, кстати. Странно, что Хавка этого не сделал. Ой-ой-ой. А куда он выходит, вот Хавку? Зачем сейчас лезть? Я не знаю тоже. Не, ну, наверное, он не увидит, что 3-3. Ну, опять же, да. И он, видишь, тоже пошел назад. Ничего. Ну, вот, а мог красную сейчас дочищать. Куда вертолеты? Не лезьте! Да, элита, надо лезть, ты шо, как раз... Там телепорта нету, дыки. Может быть, он поэтому... Блин, позиция хреновая для коней. Все заливается, все под новый. Конь первый падает, четвертый питлорд. Вертолет убивают дестроеров, но по земле Хавк может не выстоять. Минус финт, койл мимо. База, Хавк, давай. Ну, он крейт. Неужели он реально 2-2 сделает, а? Лимита у него чуть-чуть побольше. А что такое экзальтированный? Экзальтированный экзальт. Не знаю. Что-то знакомое до боли слово. Сейчас подскажут товарищи. Экзальт или то ли это... Нет, это не бродяга, это... Ущённый! О, господи. Нет, это не то. Ой-ой-ой. Так. Эффект экзайл. Он понял, что надо его. Ну, по-моему, вот это... Господи, ну! Инвулка есть! О, господи. Что происходит? Страненный, превозносимый. МК сейчас может умереть. Надо стафать Палыча, видимо, сейчас. Передали бутылку Палыч. МК надо снова лечить. Ману пропивать. ДК очень битый.
Очень битый. 55-62, по-моему, Хавк собрался. Господи, как он прокачался. Ну, у него кони очень, очень битые. Здесь можно попробовать молоточек кого-нибудь зарядить. В лича, например. Койл. Телепорта нет. Лич! Лича, минус лич! Он его догнал! Классно было! Сука, он его выкупил. Да, лича выкупает. Лич затаренный, плюс 22 урона. Там конь наверху красный. Порженный. О, господи. А где МК? А МК стафанули, да? Надо архимагом делать ТП. Ой, надо, да, сделал. Фу, спасибо. Еще минус конь. Паладин. Очень много Хавк нарестерял. Очень много. Как думаешь, отобьется здесь дальше, не? Ну, 61-52, должен брать, по идее. А то народ не дождется и, как говорится, так говорится, короче, одним словом. Экзальтация, повышенное настроение с оттенком неестественной восторженности. О! Это, кстати, очень хорошо описывает твой стиль комментирования. Экзальтированное комментирование у тебя. Естественная восторженность. Неестественная восторженность? Ну, местами да, она как... Ну, нет, она естественная, да, не подходит. Ну, нет, местами тоже бывает. Ну, перебор же иногда, ну... Всем вперед кричат, вперед. Ой, господи. МК сразу получает, да? Смотри. Получает лечение, кони влетают в финдов. МК под фокусом диким. Палыч пытается его подспасти. Но МК снова получает, надо его стафать. Стафать не успевает. Архмаг не нашел путь к Маунтин Кингу. Заливка дикая опять идет. Не, хапач, конечно, жесткий. Так застрял Архимах, господи, была бы победа. Вот, сука, там Хавк, наверное, поплыл. Ну, Архмагу надо было, блин, подойти к лесу, но... Ну, и решил, что, как бы, ему короче обойти всю армию понизу. Как бы, ну, молодец. Вот этот интимный момент и решил эту катку, ребят, скорее всего. Да, похоже оно. Что без МК тут, особенно против 5-5, и минус все вертолеты. Все, поплыл. Вот сейчас точно поплыл. Пытается вписаться, но вписывается паладин, который сейчас просто уйдет одного прокаста. Раз. Стаб великолепный. Понял, да? Да, так сражается. Красава, Хавк. Так они очень много. Я не знаю, чем их убивать будет. Нова третья, и все. Хавк говорит, устал, 11 часов стримит. Ну, так, блин, а зачем 11 часов стримить, если... У тебя турнир такой. 100 баксов можно было сейчас отжать. 100 баксов! 100 баксов. Так. А голые кони, битые, больные. Сейчас словят нову куда-нибудь в кучу и зальются этим. Где нова-то? Вот она, видишь, как сразу похорошела. Видно, как-то пошла база у Хэппи. Да, все, экспанда у Хавка нет. Но он бился очень хорошо. Было так близко вообще, очень близко было. Угу. О, посмотри, тут вертолетик. Остался где-то. Ладно, пора прощаться уже потихонечку под занавес умирающих коней. Очень хорошо, что ты изъявил желание покомментить, потому что финал стал значительно веселее. Сейчас кто-нибудь из добрых людей скинет ссылочку в гудгеймерском чатике на твой канал, потому что местами он незаслуженно обходится вниманием. Вот, ну конечно, будем за тебя... Будем болеть, когда ты с X-Lord'ом будешь играть в четверг или в пятницу, у тебя там первые матчи. 13-го числа, по-моему. 13-го это четверг. После, да. Вот, поэтому, если тебе там нужны какие-то идеи по поводу... Вот. Ничего не предложил, поэтому все, как говорится, должно быть от души. Понял, хорошо. Особо. Ну, еще рано все? Списывать, да. Да, рано. Спасибо, что позвал, до новых встреч. Спасибо тебе большое, Соник, за компанию. Отлично получилось. Хорошего вечера, спокойной ночи. Всем пока.